Ежегодно миллионы животных совершают миграции в родные края. Но у некоторых это выходит лучше, чем у других. Я говорю, постойте, это не Нью-Йорк. А как проехать через всю Европу, не привлекая внимания? Что? Внимание! У нас в зале дикие животные! Мне нужен капитан Дюбуа из ветконтроля! Бедные зверы, они не уйдут от меня! Полиция! Что будем делать? С толпой не смешаться! Это тебе не Африка! Пустите нас! Быстрее! Спасибо, но мы на следующий выйдем, мы вообще-то в Америку едем. Мама мия, мы тоже туда едем! Что? А нам с вами можно? Этот поезд только для цирковых животных. Так и мы из цирка. И что вы умеете? В цирке, афро! Шутишь? Этим летом, чтобы вернуться домой, мы придумаем номер, от которого у всех крышу снесет. Я на канате! Нет, мама! Нет. Дорога домой превратится в цирк. Рапор поджигай. Вот теперь не жалко денег за билет. Шкурой свои спасаете, даже не надеетесь. Что ты делаешь? Зебры рулить не умеют, только люди и пингвины. Мадагаскар 3 от студии DreamWorks Animation. 3D. Эй, это что, первый класс такой? I'm sexy and I know it. А вам кто-нибудь говорил, что вы вылитая супермодель? О, вот это женщина!